Избрав профессию мою, теперь даю уроки дамам. Однако только знатным самым свои искусства отдаю. Должно быть, он незаурядный, учитель танцев и манер. Он настоящий кавалер по виду. Ангел ненаглядный. Какие танцы вы назвать могли бы? Много есть. Ницарда. Потом задорная гальярда. Учить вас буду с наслаждением. Верх удовольствия всегда кружится в вихре упоения. И алиманду, без сомнения, вы выучите без труда. Я вам охотно покажу придворный танец подходящий. К чему? Компании блестящей, какую здесь я нахожу. Как много танцев! К их числу еще прибавить нужно хоту. Уж он задаст ногам работу. Пора бы танцевать! К столу! Сеньоры, дорогие гости, прошу, теперь пора пришла. Нам не вставать из-за стола. Судьбы, удачи, жребий бросьте! Великий испанский драматург Лопе де Вега написал свою хорошо известную нашему зрителю комедию «Учитель танцев» в 1594 году. 94-й тираж телевизионной игры лотереи «Русское лото» мы начали в прямом эфире. Сегодня наш тираж праздничный. Праздничный вдвойне. Потому что сегодня мы отмечаем праздник лета. Но самое главное, сегодня праздник. День военно-морского флота. Дорогие друзья, позвольте мне от компании «Милан», от дирекции «Русского лото», от всей нашей съемочной группы поздравить всех военных моряков с праздником. Пожелать вам удачи, счастья, внимания со стороны правительства. Только мирных походов. 7 футов под килем. Удачи и счастья вам, военные моряки. Сегодня в нашей тиражной комиссии те, кто вписал славную страницу в историю, в 300-летнюю историю российского военного флота. Подводник, участник боевых походов на Балтике, капитан первого ранга Андрей Николаевич Мажоренко. Полковник морской пехоты Игорь Павлович Седышев. Главный старшина торпедного катера Северного и Тихоокеанского флотов Михаил Васильевич Подгрудский. Уважаемые военные моряки, я прошу весь ваш дружный экипаж внимательно осмотреть наш боевой комплект, проверить наличие всех номеров с 1 до 90, проверить наш вещмешок, потом все перетасовать, а я тем временем передаю слово нашей компьютерной группе. Галина Афанасьева! В 94-м тираже мы продолжаем розыгрыш суперприза «Джекпот», призовой фонд которого составил 169 миллионов 214 тысяч 500 рублей.
сегодняшнем тираже принимает участие 1 249 021 купленный вами билет. Все непроданные билеты установленным порядком уничтожены по акту тиражной комиссии. Общий призовой фонд игры составил 3 миллиарда 122 миллиона 552 тысячи 500 рублей. Все ли в порядке? Нормально. Тогда я сейчас подставлю мешок. Мы уберем вот этот билет и откроем кингстоны. Ну что же, удачи всем играющим в праздничном 94-м тираже телевизионной игры «Лотерея «Русское лото»». Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Я спрошу проследовать на капитанский мостик, за стол тиражной комиссии, внимательно там следить за всем происходящим. Протокол заносить все номера, порядок их появления, а я тем временем отправлюсь к нашему почетному гостю. Сегодня 94-й тираж под 94-м внеплановым номером. Наш гость, заслуженный артист России, популярный артист театра и кино Александр Пашутин. Дорогие друзья, есть конечно, те, кто сегодня отмечает праздник. Но я думаю, что есть и те артисты, которые сегодня этот праздник могут отметить по праву. Это те, кто в своей творческой биографии играл военных моряков. К их числу относится замечательный артист театра Моссовета Александр Пашутин. Вы играли вот в фильме, я смотрю, «Подводника». О «Возвращении забыть», да. Это о великом нашем подводнике Маринеску. А роль эту блистательно сыграл Саша Филипенко. Вот. И вот я играл Машуру, старшину второй статьи. Вы мне говорили, что вы вели подводную лодку по-настоящему под водой? Да, нет, в надводном положении стоял офицер и матрос. И я подошел, сказал, а могу я немножко порулить? Он приказал матросу спуститься вниз, дал мне штурвал в руки и объяснил, в общем, там не очень сложно. И 40 минут я стоял на вахте. Вот это было потрясающе. Декабрь месяц, дождь, снег, я стою, так сказать, за штурвалом, тут со мной офицер, и это огромное... Махина, так сказать, идет в море. Это было незабываемое ощущение. Ну, кто будет возражать, что Александр Пашутин имеет право сегодня быть поздравленным с праздником военно-морского флота? Саш, на удачу 94-й внеплановый бочонок в мешок. Мешок. Кто его вытащит, получит специальный приз компании «Милан». А я через несколько минут, через 15-20, приглашу к столу заслуженного артиста России Александра Пашутина! В 94-м праздничном тираже играют билеты розового цвета с надписью 28 июля 1996 года, 11:15. Ну, естественно, мы сегодня вышли в эфир в 12:15, сегодня праздник. По телеканалу «Россия». Обратите внимание, что каждый ваш билет имеет свой персональный семизначный номер. Они нам сегодня обязательно пригодятся. У нас сегодня будут сюрпризы. А в первом туре, как всегда, выигрывает билет или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все 5 чисел любой горизонтальной строки. Такой билет претендует на денежный приз в размере... 31 225 тысяч 500 рублей. Ну что же, будьте внимательны, зачеркивайте в своих билетах. Мы начинаем игру в первом туре! Номер 72. Номер 72. Номер 61, Гагарин. Номер 61. Номер 29. Номер 29. Номер 74. Номер 74. Номер 16. Кругом. 16. Номер 16. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 73. Номер 73. Игра продолжается. Игра продолжается. У нас несколько бочонков из восьмого десятка. Номер 64. Номер 64. Игра продолжается. Игра продолжается.
Номер 81, бабка с клюшкой. Номер 81. Игра продолжается. Игра продолжается. Вот это да, это длинный первый тур. Номер 17, мгновение весны. Номер 17. Стоп, игра! Стоп, игра! Первый тур выиграл один билет. Выигрыш 31 225 500 рублей. Номер 17. Это счастливое число нашей сегодняшней передачи. Именно этим номером и закончилась игра в первом туре. Игрок под номером 17, который вот сейчас подходит к нам, получает специальный приз от компании «Дары Кубани», нашего регионального представительства по Краснодарскому краю. Компания «Дары Кубани». Вы разворачиваете в сторону камеры и сейчас будете получать призы. А также четырехзвездочный отель «Молния Небук» дарит вам свой приз. Это путевка, это отдых на море, пляж, бассейн, корты, спортплощадки, ночной клуб, бары. Отель «Молния» – это для вас счастливое число передачи. Я понимаю, конечно, когда получишь такой приз, так не знаешь, как повернуться. Главное найти сторону моря. В сторону моря вы скоро поедете отдыхать. А вы сейчас должны нам помочь. Вы должны помочь нам. Вы должны вытащить 5 бочонков из мешка. Это 5 номеров игроков, которые сейчас займут места за игровым столом. Не пугайтесь, это наш медведь. Пожалуйста, прошу. 5 номеров, будьте внимательны, зачеркивайте эти номера в своих билетах. Номер 56. Номер 56. Вот ваше место за игровым столом. Номер 37, тройка, семерка, туз. Номер 37. Развернитесь на камеру, пусть вас увидят. Вам сегодня повезло, это так приятно. Прошу. Номер 13, чертова дюжина. Номер 13. А вот она и чертова дюжина. Вот это, вот. Вот занимайте места здесь прямо напротив бочонка. Номер 36. У вас температура явно сейчас выше. Вы волнуетесь. Номер 36. И последний игрок, который занимает место за игровым столом, номер 83. Номер 83. Вместе с этим призом от компании «Дары Кубани» вы получаете мягкую игрушку от фирмы «Liberty». Мои поздравления, ваши аплодисменты. Счастливое число передач. Вот теперь все. На море. Во втором туре, к которому мы сейчас переходим, выигрывает билет или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все 15 чисел карточки. На моем демонстрационном билете это верхняя карточка, это может быть и нижняя, неважно. Главное, такой билет, в котором зачеркнуты 15 чисел, претендует на денежный приз в размере... 62 миллионов 451 тысячи рублей! Ну что же, все в порядке. Мы начинаем игру во втором туре. Прошу! Номер 70. Номер 70. Прошу вас. Пожалуйста. Номер 67. Номер 67. Прошу. Номер 30. 30 лет у монет не будет. Номер 30. О, испытанные правила. Прошу. Номер 22 у тебя-то. Номер 22. Прошу вас. Номер 46. Номер 46. Прошу. Номер 76. Номер 76. Прошу. Номер 78. Номер 78. Перетасуем на удачу. Прошу. Номер 48, половину просим. Номер 48. Прошу. Номер 43, Сталинград. Номер 43. Прошу. Номер 60, ровно, пенсионер.
Номер 60. Прошу. Номер 19, 19 октября на день лицея. Номер 19. Прошу. Номер 90, дедушка. Номер 90. Прошу. Номер 80, Олимпиада в Москве. Номер 80. Прошу. Номер 69, туда-сюда. Номер 69. Прошу. Смотреть туда нельзя. Номер 3. Номер 3. Прошу. Номер 52. Номер 52. Прошу. Номер 51. Великолепная пятерка и вратарь. Номер 51. Прошу. Номер 50 ровно. Номер 50. Перетасуем. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. 14 из 15 в одной карточке. Значит, каждый из следующих ход может стать последним. Компания «Милан» учредила специальный приз для игрока за столом, который вытащит счастливый бочонок, которым закончится игра во втором туре. Это магнитола Sony. Вперед за магнитолой Sony. Вам везет? 88 матрешки. Номер 88. Игровая ситуация не изменилась. Игровая ситуация не изменилась. Прошу. Номер 89. Дедушкин сосед. Номер 89. Лидирует 5 билетов. 5 билетов, в которых 14 совпадений из 15. Теперь вы можете выиграть специальный приз компании «Магнитолу Sony». Номер 42. Номер 42. По-прежнему лидирует 5 билетов. 5 билетов, в которых 14 из 15 номеров в одной карточке зачеркнуты. Номер 49. Номер 49. В группе лидеров 8 билетов. 8 билетов. Теперь вновь эта возможность у вас. Номер 84. Номер 84. Лидирует 9 билетов. 9 билетов. Теперь это вновь вы. Номер, совершенно справедливо, 58. Номер 58. Лидирует 14 билетов. 14 билетов. Как у вас с удачей? Номер 7. Цветик, семицветик. Номер 7. В группе лидеров 28 билетов. 28 билетов. Если вы попадаете в один из этих 28 билетов, вы получаете специальный приз компании «Милан». Номер 68. Номер 68. Стоп-игра! Стоп-игра! Вот он, победитель! Второй тур выиграли 2 билета. Выигрыш по 31 миллиону 225 тысяч 500 рублей. Ну вот он, ваш специальный приз компании «Милан». Это магнитола Sony. Все игравшие за столом получают призы от нашего самарского представительства «Лото С». Это шоколадные наборы, а также майки с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское лото». А также компания «Милан» поздравляет вас с праздником лета и дарит эти замечательные корзины с фруктами. Дары лета, дары компании «Милан». Прошу. Прошу. Номер 68. Номер 68. Это счастливое число нашей передачи. Именно этим номером и закончилась игра во втором туре. Вы получаете специальный приз от компании «Милан». Это путевка в Анталию! Прошу. А теперь вы должны нам помочь. А теперь вы должны вывернуться из объятий этого медведя, стать вот сюда и помочь нам. Вы должны вытащить 5 номеров. 5 номеров. Это 5 игроков, которые займут места за игровым столом. Зачеркивайте эти
Номера в своих билетах, я должен это сказать сам. Номер 6. Номер 6. Прошу вас сюда, номер 6. Номер 71. Номер 71. Перетасуем. На удачу. Прошу. Номер 4. Номер 4. Номер 4. Прошу. Номер 12. Шекспир, 12-я ночь. Номер 12. И последний, 5-й игрок. Прошу. Номер 82. Бабушка надвое сказала. Номер 82. Вместе со специальным призом компании «Милан» вы получаете мягкую игрушку от фирмы «Либерти». Счастливое число передачи! Благодарю вас! Мы переходим к игре в третьем туре. В третьем туре выигрывает билет или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все 30 чисел билета. Такой билет претендует на денежный приз в размере... 93 миллионов 676 тысяч 500 рублей. При условии окончания третьего тура не позднее 57-го хода игры эти билеты также разделят между собой денежный приз джекпота, составляющий 169 миллионов 214 тысяч 500 рублей. Растет, растет наша собачка джекпот. Желаю вам выиграть джекпот. Мы начинаем игру в третьем туре. Прошу! Номер 54. Номер 54. Прошу. Номер 20. Ровно Лебединое озеро. Номер 20. Прошу. Номер 77. Топорики. Номер 77. Прошу. Номер 23. Два приток, три прихлопа. Номер 23. Прошу. Номер 28. Сенок 8. Номер 28. Прошу. Номер 34, если вы в своей квартире лягте на пол, 34. Номер 34. Прошу. Номер 65. Номер 65. Прошу. Номер 44. Номер 44. Жили в квартире 44, 44 веселых чеша. Номер 55, перчатки. Номер 55. Вместо валенок на пятки натянул себе перчатки. Вот какой. Номер 94! Это внеплановый призовой бочонок. Компания «Милан» учредила специальный приз для игрока, который вытащит этот счастливый бочонок номер 94. Сегодня 94-й день. Получайте ростер от компании «Милан» номер 94. Прошу вас, появление этого бочонка никоим образом не исказит итогов нашего тиража. Номер 9, 9-й балл. Номер 9. Айвазовский. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30. Ну, раз уже появился такой билет, то по законам игры в третьем туре я должен вас спросить, да или нет. Да, если вы уверены, что после вашего хода, я понимаю, что уже нет. Но после вашего хода прозвучит команда «Стоп, играй», вы получите специальный приз компании «Милан». Это телевизор «Фунай». И нет, если вы уверены, что после вашего хода я иду дальше. Нет. Ну что же, проверим вашу интуицию. Номер 79. Номер 79. Лидирует два билета. Абсолютно верно. На следующем, 57-м ходу игры, заканчивается розыгрыш джекпота. Сейчас будет 57-й ход? Да. Сейчас вы можете разыграть, смотреть туда нельзя. Да или нет? Нет. Нет? А что подскажет студия? А вот все говорят да. Но уже поздно. Номер 85. Номер 85. Игровая ситуация не изменилась. А нет, он был прав.
Но джекпот остался не разыгран. Джекпот мы не разыграли в этом тираже. Его розыгрыш и призовой фонд в размере 169 миллионов 214 тысяч 500 рублей переносится на следующий 95-й тираж. Расти, расти наш собачка джекпот. Да или нет? Нет. А что скажет студия? Нет. Нет. Вас поддерживают все. Номер 41. Номер 41. По-прежнему лидирует два билета. Абсолютно верно. Все угадали вместе. Все остаются в студии, она остается за столом. Да или нет? Нет. Нет, так нет. А я бы сказал да. Номер 21. Мы стоим два берега в одной реке. Номер 21. Лидирует два билета. Ох, сейчас бы я вылетел из-за стола. А вы остаетесь, вы угадали верно. Да или нет? Нет. Что нет? Нет. Нет. Ну нет, так нет. А может рискнем? Номер 27. Номер 27. В группе лидеров 4 билета. Абсолютно верно. Да или нет? Рано. Рано. Рано, пташечка запела. Номер 47. Номер 47. Лидирует 7 билетов. Абсолютно верно. Да или нет? Не рискну. Нет. Нет. Все кричат да, он говорит нет. 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 Номер один. Номер один. Стоп-игра! Стоп-игра! Они говорили вам да! Третий тур выиграли два билета. Выигрыш по 46 миллионов 838 тысяч 500 рублей. Ну что же, мои поздравления, мои поздравления! Вы получаете утешительный приз от компании «Милан». Это фотоаппарат «Кодак». Все игравшие за столом получают шоколадный набор от нашего самарского представителя «Лото С». Майки с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское лото». А самое главное – корзины с фруктами с праздником лета. Только не подумайте, что это те же самые корзины, которые мы опять отобрали и вновь вам вручаем. Это новые корзины от компании «Милан» с праздником лета. Номер один. Номер один. Номер один. Это счастливое число нашей передачи. Именно этим номером и закончилась игра в третьем туре. Вы получаете специальный приз от компании «Милан». Это путевка в Анталию! А также мягкую игрушку от фирмы «Либерти». Ваши аплодисменты. Мои поздравления! Александр Сергеевич, я прошу вас. И у нас сегодня в гостях замечательный исполнитель Юрий Лоза играет за нашим игровым столом. Прошу, Юра. Мы продолжаем игру в четвертом и последующем туре. Я начну с Александра Пашутина. Один бочонок из мешка. Номер 18 в жизни раз бывает 18 лет. Номер 18. Стоп-игра выиграла два билета. Выигрыш по 46 миллионов 838 тысяч 200 рублей. Юрий Лоза, номер 63. Номер 63. Стоп-игра выиграла два билета. Выигрыш по 62 миллиона 451 тысячи рублей. Номер 11. Номер 11. Номер 11. Выиграла 5 билетов. Выигрыш по 24 миллиона 980 тысяч 400 рублей. Номер 11. Это счастливое число наших передач. Это барабанные палочки. Это так когда-то называлось русское лото. Компания «Милан» учредила специальный приз для игрока, который вытащит счастливый бочонок номер 11. Это специальный приз от компании «Милан». Это комбайн «Филлипс». Прошу. Номер 31. Трое в лодке, не считай собаки. Номер 31. Стоп-игра выиграла 7 билетов. Выигрыш 18 миллионов 843 тысячи 100 рублей. Опять 25. Номер 25. Стоп-игра выиграла 11 билетов. Выигрыш по 11 миллионов 354 тысячи 700 рублей. Номер 59. Номер 59. Стоп-игра выиграла 12 билетов. Выигрыш по 10 миллионов 408 тысяч 500 рублей. Номер 2. Номер 2. Стоп-игра выиграла 25 билетов. Выигрыш по 4 миллиона 996 тысяч рублей. Номер 38. Петров, 38. Номер 38.
Стоп-игра выиграла 80 билетов. Выигрыш по 1 561 200 рублей. Номер 5, Ахиллесова пята. Номер 5. Стоп-игра выиграла 86 билетов. Выигрыш по 1 452 300 рублей. Номер 87. Номер 87. Стоп-игра выиграла 137 билетов, выигрыш по 911 тысяч 600 рублей. Номер 24. Номер 24. Стоп-игра выиграла 208 билетов, выигрыш по 600 тысяч 400 рублей. Номер 26. Номер 26. Стоп-игра выиграла 293 билета, выигрыш по 426 тысяч 200 рублей. Номер 32. Номер 32. Стоп-игра выиграла 722 билета, выигрыш по 172 900 рублей. Номер 86. Номер 86. Стоп-игра выиграла 795 билетов, выигрыш по 157 100 рублей. Номер 15-летний капитан. Номер 15. Стоп-игра выиграла 1727 билетов. Выигрыш по 90 400 рублей. Разыгрывается последний тур. Последний тур. Номер 33. Чешуей, как жар горят. 33 богатыря. Номер 33. Стоп-игра выиграла 2737 билетов. Выигрыш по 353 700 рублей. Есть выигравший. На 78-м ходу игры призовой фонд разыгран полностью. В мешке осталось 12 бочонков. Ну вот эти 12 бочонков. Они здесь сейчас в мешке. Но прежде чем они появятся из мешка, я вам хочу сказать, что мы обещали вам сюрпризы в 94-м праздничном тираже. Вот один из них. Для тех, у кого в билетах остались эти 12 бочонков, или максимальное число этих бочонков, мы разыгрываем сейчас тур неудачников. Вы получите специальные призы компании «Милан». Те, кому фатально не везет в нашу игру. Проверяйте свои билеты на наличие оставшихся в мешке бочонков. Я высыпаю их сюда. И называю их номера. Номер 39. Номер 10. Номер 75. Номер 62. Номер 57, номер 40, номер 45, номер 53, номер 66, номер 14, номер 35 и номер 8. Компьютерная группа, есть ли билеты 94-го тиража, в которых остались незачеркнутыми? Есть все оставшиеся в мешке после окончания тиража бочонки? Да, есть один такой билет с 12 совпадениями. И 11, и прошу прощения, и 24 билета с 11 совпадениями из 12 оставшихся бочонков. Этот неудачник получает специальный приз компании «Милан». Поездку в Анталию, мои поздравления, тем, кому и подавно не везет в нашу игру. Уважаемые члены тиражной комиссии, я благодарю вас за участие в нашей передаче. Но на этом еще наша передача не заканчивается. Михаил Борисович, я прошу прощения, но дело в том, что не только этот один билет, но и те 24 с 11 совпадениями также получают приз конкурса неудачников. Ленинский проспект, дом 45, сбор неудачников. Вы уезжаете в Анталию отдыхать. Мои поздравления тем, кому не везет в нашу игру. Билеты телевизионной игры «Лотерея русского лото» играют от начала до конца. Обратите внимание на ваши персональные номера. Это семизначный номер вашего билета. Будьте внимательны, сейчас мы начнем розыгрыш специальных призов компании «Милан». Автомобилей «ВАЗ», «Жигули». По номерам этих билетов в каждом разряде на билетах, начинающихся с нуля и с единицы, разыгрывается один такой автомобиль. Будьте внимательны. Считайте, что в ваших билетах одна цифра уже совпала. Это 0 или единица. Сейчас мы раскручиваем колесо, и я торможу на удачу. Поехали! 6. Номер 6. Значит, первая единица номер или 0, 6. А дальше шестерка. Проверяйте номера билетов на наличие этих номеров. Раскручиваем колесо. Поехали! 1. Номер 1. Поехали.
8. Номер 8. Поехали! Докручиваем по ходу. 4. Номер 4. Сколько нам еще осталось, компьютерная группа? Нам еще осталось 2 номера. Поехали! 2. Номер 2. Номер 2. И поехали! 0. Номер 0. Я прошу назвать номера билетов, которые выиграли специальные призы компании «Милан», автомобили «ВАЗ», «Жигули». Эти номера 06, 18, 420, 16, 18, 420. Повторяю еще раз. 06, 18, 420, 16, 18, 420. Ну что ж, дорогие друзья, наш праздничный тираж подошел к концу. Покупайте билеты телевизионной игры «Лотерея Русское Лото». Будьте с нами в 11:15 по телеканалу «Россия» каждое воскресенье. В завершение нашей передачи поет Юрий Лоза! Твердишь мне по 100 раз на дню, что тебя незаслуженно мучаю, что тебе не пишу, не звоню, появляясь от случая к случаю. Ты твердишь, что устала давно проводить вечера в ожидании. Понимаю, конечно же, но я себе не ищу оправдания. Прими таким, как есть, ты пойми, я в этом весь. Завтра там, сегодня здесь, и всегда один. Но однажды я устану от дорог и приду на твой порог. Только ты немного подожди. Что пыталась искать, но пока не совсем получается. Тот, что должен единственным стать, не находится, не встречается. Но помилуй, ведь я не держу. Ты ничем и нисколько не связана. Лишь полслова, и я ухожу. Ухожу, только было бы сказано. Таким, как есть, ты пойми, я в этом весь. Завтра там, сегодня здесь, и всегда один. Но однажды я устану от дорог и приду на твой порог. Только ты немного подожди. Не застрахован от бед, то всплываю, то снова сажусь на мель. И меня очень тянет к тебе, лишь когда я за 3-9 земель. Пусть на все будет воля твоя, я уйду, проглотив сожаление. Об одном попрошу тебя я, не спеши объявлять решения. Таким, как есть, ты пойми, я в этом весь. Завтра там, сегодня здесь, и всегда один. Но однажды я устану от дорог и приду на твой порог. Только ты немного подожди, подожди, подожди.